Романович, у нас сегодня 40 девочек. Угу. Фонограммы принесли с собой. У четверых аккомпаниаторы. Аккомпаниаторы готовы. Так, так, вот еще что. Значит, еще сегодня, Роман Ильич, у нас... Начали! Где же Ленка? Ленка, ну успокойся. Я больше не буду, обещаю. Слушай, ну ты как маленький, я больше не буду. Думаешь, ты попросишь прощения, все сразу изменится? Ну забыл я тебя предупредить, что здесь такого? А такого? Я волнуюсь, не сплю, не ем, а это в который раз. Я тоже человек и хочу, чтобы со мной считались. А ты эгоист. Все равно вечером вернешься. Не надейся, не вернусь. Не беспокойся, Казань, все будет хорошо. Мишка сюда не предсказывает. Обещаю. Смотри у меня. Головой отвечаешь. Хорошо. А то шкуру спущу. Хорошо. Хорошо. Номер 28, Шевцова. Да. Я занята, у меня кастинг. Что ты там шепчешь? У меня кастинг, я занята. А мне плевать. Мне нужно с тобой встретиться. И не надо от меня бегать. Я все равно догоню. Все, я еду. Сейчас, подожди минуту. Угу. Пожалуйста. Что ты там шепчешь? Мне нужно с тобой встретиться. Сейчас это невозможно. Я еду. Через полчаса буду в театре. До встречи, Цыпа. Давай к театру. Угу. Спасибо. Всего хорошего. Мужики! 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 Это путать! Давай! Мужики! Быстро! Куда? Понял! Вы меня! Вперед! Вперед! Все в порядке, Роман Ильич, это не у нас. А что там? Да машину белую рванули. Роман Ильич, может, сделаем перерыв или сразу продолжим? Я вообще рассчитывал сегодня, что мы до 7 закончим. Ты чего поспал? Извини, ты уже танцевала? Угу. Блин, я хотела посмотреть. Та машина взорвалась прямо у входа, на моих глазах, представляешь? Надо. Ты что, со Стасом поссорился снова? Да ушла от него на этот раз навсегда. Опять где-то шлялся до 3 часов ночи. Так вот, скажи мне, как зовут это сокровище? Анна Шевцова, номер 28 по списку. Ну, готовь контракт. Хорошо, шеф. Значит, всем спасибо. Кастинг окончен. Всем большое спасибо. А вас, девушка, я попрошу остаться. Завтра заключим контракт. Возьмите с собой ННН, пенсионное, все документы. Кардебалет, шеф. С ума сошел. Все ясно. Что тебе ясно? Да ничего. Пойду подышу, Господи Боже.
Садитесь. Девушка, а вы… А это моя сестра, Лена. А, тоже танцуете? Нет. Я закончила Гнесинку, дирижерское хоровое отделение. Но, к сожалению, мы не ставим мюзиклы, только балет. Я знаю, мне не повезло. А вы где учились? В Вагановском. Познакомьтесь, это наш Тибальт, Лу Мартин. Но это не настоящее имя, это псевдоним. А работаете где? Я сейчас постоянно не работаю. Я в антрепризах участвовала. Семья? Мы с Аней живем вдвоем, у нас никого нет. Угу. Сразу введу вас в курс дела, Аня. Я собираюсь сделать новый спектакль. Ромео и Джульетта в современной трактовке. Я знаю. Это будет нервный спектакль с рваными ритмами, глубокими паузами. Настоящая итальянская страсть. Я думаю, что с этим спектаклем мы покорим весь мир. И вам, именно вам будут рукоплескать Лондон, Мадрид, Париж. Но для этого нужно очень много работать, не жалея себя. Готовы? Да. Ну вот и чудненько. Еще одна жертва на алтарь Терпсихоры. Я подожду тебя на выходе, Роман. Ну что у нас? Взрыв направленный. Тело изуродовано, мужчина. Документов нет. Свидетели опросили? Да каких свидетелей? Все ж после взрыва набежали, когда все полыхало. На жмура посмотришь? Давай. Вон. Ну, смотреть там не на что. Привет. Ну, наконец-то. Как ваш кастинг? Нашли новое дарование? Слушай, наш вообще сошел с ума. Решил поменять состав как раз накануне гастролей. Я считаю, что ты должен повлиять на него. В конце концов, это твои деньги. Давай попробуем решить все миром. С ним? Миром? Думаю, ничего не получится. Хорошо. Я все уложу. Скажи, а ты будешь на премьере сегодня? Нет, сегодня очень много дел. А на банкет успеешь? Нет, вряд ли. Андрей! Что, опять жаловалась, какой я монстр? А ты можешь меня поздравить, я нашел настоящий бриллиант. Вот она, Анна Шевцова. Ну, значит, как договорились, через 15 минут у входа в новое здание. Хорошо. Поздравляю тебя, дорогая моя. Ну все, давай, ты иди переодевайся, я тебя на улице подожду. Хорошо. Андрей, у меня к тебе важный вопрос. Антон. Значит так, хочу тебе напомнить, что завтра к 12 часам контракт Шевцовой должен быть подписан. Ром, ну что ты так волнуешься? Я все прекрасно понимаю с первого раза, кроме одного. Ты что, хочешь отдать этой девочке Ликину ставку? Да, хочу. Я хочу сделать ее примой. А Лика? Лика? Ну, она будет танцевать в очередь. Прости, Андрей, но в конце концов твой бизнес от этого только выиграет. Ты хоть номер пробить догадался? Обижаешь. Сабик зарегистрирован на гражданку Тарасевич Варвару Дмитриевну. Труп вроде мужской. Опять обижаешь. Я уж связался с Варварой Дмитриевной. Угу. На Сабике по доверенности ездит двоюродный братик Тарасевич Владимир Евгеньевич. Ну, вызови ее для опознания. Уже вызвал. Молодец. Да пошли ребят, пусть пробегутся по квартирам, где окна выходят на площадь. Так громыхнуло. Наверняка все прилипли к окнам и что-нибудь видели. Я видела взрыв. Очень хорошо. Просто отлично. Майор Сиверс, у вас документики имеются? А зачем? Я просто хотела сказать, что я видела, как на площадь вот сюда приехал микроавтобус, и из него вышел человек в камуфляже. Очень быстро что-то положил на крышу вот этой машины и сел обратно в микрик, они уехали. А потом сразу взрыв, все. Ясно, Васечка, запиши. Вас как зовут? Лена. Лена, Леночка, вам придется задержаться. Ой, я не могу. Я спешу, у меня сестра сейчас выйдет.
Она свидетель? Нет, нет, она танцевала в этот момент. Слушайте, давайте я к вам, если надо, я сама к вам приду. Я думаю, что я ничего нового больше не скажу. Леночка, человеческая память – удивительная вещь. Вам кажется, что вы ничего не заметили, а на самом деле, если покопаться, можно извлечь любую информацию. Правда? Да вы что? Вы знаете, у меня фотографическая память. И если я говорю, что я не видела номеров, это не значит, что я их не заметила. Это значит, что они просто были заляпаны грязью. Вы уезжаете или приехали? Какое это имеет отношение к взрыву? Ну, как знать. Телефончик ваш оставьте, пожалуйста. Вам зачем? Для коллекции? Девушка, вы свидетель преступления. И нам нужно официально оформить все показания. И в случае чего вызвать еще раз. Ну ты чё стоишь? А чё? Ну все оформи и отпусти девушку. Надо уважать чужое время. Ты же велел людей по квартирам послать. Вот я сейчас что сказал? Ну, давайте. Рома, у тебя что, крышу сорвало? Почему ты решил заменить Лику сейчас? Перед самыми гастролями. Эта девочка не справится? Справится. Я буду сам с ней репетировать партию. Ты худрук, Рома, тебе решать, но я бы на твоем месте... Значит так. Завтра, когда Аня подпишет договор, ты немедленно пойдешь в костюмерную и скажешь снять мерки. Мы будем шить ей костюм Джульетты. Мы не успеем. Ты в курсе, Рома, что только на расклейку стразов выходит 2 дня. Еще сутки клей должен сохнуть. Значит, мы обойдемся без них. Рома! А тебе не кажется, что ты начинаешь превышать свои полномочия? А ты не забывай, что это я постановщик спектакля. Или ты думаешь, если ты продюсируешь наш проект, ты можешь мне диктовать, с кем танцевать и в чем танцевать? По-моему, однажды, Рома, мы с тобой обо всем договорились. Так или не так? Как его трахнули безжалостно, бедненькие. Прекрати. Нервничаешь, старушка, из-за девочки? Жертв нет? Будут. Ром, ты помнишь, нас на премьеру ждут в Большом? Мы как, вместе поедем? Да. Я вас подберу. Кончилось твое время, примадонна. У Ромео теперь новая Джульетта. Посмотрим. Я там показания давала. Какие показания? Так я же видела, как машина взорвалась. Вечно ты в каждой бочке затычка. Без тебя бы не разобрались. Ну, может, я единственный свидетель. А вы, значит, лидер по натуре. Еще бы. Она после Гнесинки продает билеты в переходе. Она бэк-вокал идти не хочет. Потому что я считаю, что если заниматься искусством, то быть солистом, а не на подпевках. Ну, не знаю. Можно иногда несколько лет в кардебалете отплясать, чтобы выбиться в солисты. Как я, например. Вы танцевали в кардебалете? Да. Сразу после училища. Я, конечно, тогда лоботрясом был. Но потом пришло понимание того, что я хочу от танца. Тогда стал создавать Лилаби. Мы с Ленкой ваши поклонницы, правда. Нам очень нравятся постановки, они такие необычные. Я даже немножко волнуюсь, получится ли у меня. Глупости. Будем заниматься каждую свободную минуту. Сейчас, конечно, отдыхайте. А завтра в 9 я вас жду у себя дома. Обсудим партию Джульетты, структуру танца. И начнем работать. Фу, слава богу, это не он. Вы его не узнаете.
Тело так изуродовано, но знаю точно, что это не брат. У вас мобильник его есть? Да, конечно. Тогда наберите его. Где товар? Клянусь, я не брал! Я вышел из игры! А Федотов сказал, что весь товар отдал тебе. Он умрет! Ну почему вы верите ему, а не мне? Ну отдохни и подумай. Не отвечает, что с ним? Ну вы так не волнуйтесь, если что-то узнаем, то обязательно вам сообщим, хорошо? Угу. Ну очень хорошо. Вот ты чего стоишь опять? А? Пусть девушка подпишет протокол и отпусти ее. Подпишите, пожалуйста. Угу. Вот вам мой адрес и телефон. Ну, до завтра. До завтра. До свидания. Ах, Ленка, вечно ставишь мне неудобное положение. И чего ты к ментам сунулась? Майор понравился? Какой майор? Ну, такой брутальный. Все время глазками тебя сверлил. Угу, брутальный. Такой ни одной юбки не пропустит, сразу видно. Ты после Стасика вообще перестала мужчинам верить. Да. Мне сейчас не до амуров. Не хочу разочаровываться. А ты влюбишься в такого вон брутального, с виду настоящий мужчина, а потом одни слезы. Ну, не все такие. Может быть, но мне именно такие попадаются. Тогда я вообще не понимаю, зачем ты с ними связалась. На допросы будешь ходить, как на работу. Черт. У меня же смена сегодня. Совсем забыла. Ну ничего, ничего. Мне тоже нужно в яхт-клуб съездить, с ребятами расплатиться за уборку. Мама Вадима хочет яхту продать. Ладно тебе. Ань, ну ты чего? Уж целый год прошел. Пора перестать об этом думать. Я его всюду вижу. В метро захожу, на улице, в толпе. Подхожу ближе, а это не он. Мне кажется, не смогу полюбить. Да ты что? С ума сошла? У тебя еще вся жизнь впереди. Только смотри мне, не влюбись в Олевского. Ты что, Ленка? Ты что, Валевский гений. Я счастлива, что он взял меня в театр. Теперь я буду заниматься только танцем. И он не пожалеет, что я в его труппе. Правильно. Вот тебе нужно думать о будущем. Давай выпьем за то, чтобы она закончилась черная полоса. Угу. Слушай, какая красавица, да? Жалко, что целый год на причале стоит. Да, тебе бы такую, а? Были бы деньги, купил бы. Спрашиваешь. Только мне за всю жизнь на такую не заработать. Ясно. Че у тебя там с мореходкой-то, кстати? Да вот, вызова жду. Тоже решился на эту мореходку. Пошел бы со мной в школу милиции. Глядишь, твой отец и помог бы. Слушай, да ты и без него нормально поступишь. Какие проблемы? Тебе это легко говорить. У тебя папаша мент. А мой алкаш? Всю биографию мне портит. Слушай, он сказал, что рекомендацию тебе напишет. Ты ему только напомни, а то через 2 недели надо уже документы подавать. Что я тебе? Переводчик, что ли? Поехали к нам, сам и спросишь. Заодно и пообедаем. Надо еще и палубу домыть. Поехали, вернемся, домоем. Погнали. Ничего, девушка. Очень даже ничего. Какая девушка? Свидетельница. Похоже, у нас сегодня первый облом. Да, это тебе не жуликов ловить. Ой, да ладно, девушка как девушка, допрос как допрос. Закрыли тему. Ты лучше скажи, как Жмур оказался на месте Тарасевича, куда делся сам Тарасевич? Ну, давай его по нашей базе пробьем. Может, засветился где-нибудь? Майор Северт слушает. Здравия желаю, майор. Управление по борьбе с организованной преступностью, подполковник Дайнека. Здравия желаю, коллега. Ты
сейчас где? На службе. У нас Мури в любое время суток служба. Говорить можешь? Да. Тебе что-нибудь говорит имя Владимир Евгеньевич Тарасевич? Допустим. Не заглянешь к нам? Пропуск я заказал. Хорошо. Вот, смотри. Мой предок нарисовался. Так ты же говорил, что он к брату в город поехал. Значит, вернулся. Не ждали, да? Привет, привет, шаромыжники. Здрасте, дядя Вася. Привет. Ну, как сынолька поживает? Ну, чё такой грустный? Я слышу, что вы свой бизнес открыли. Деньгу зашибаете на яхте. Поделился бы с отцом, дал бы суточку-другую на пиво. Мы по нулям. Да, мы по нулям. Ну, значит, так дорогого гостя встречаете. Вот именно, что гостя. То там погостил, теперь домой приехал погостить, да? Отвези хоть сумку домой. Сам отнеси. О, кролички, ну-ка сюда. Чонькс. Вонька. Привет, папуль. Здрасте, дядя Юр. Здрасте, здрасте. Дверь покрасьте. Где с утра носимся? Где? В яхт-клубе. На воду ставили яхту. Ну, правильно, Паш, правильно. На себя работай. А дома помочь фиг тебе, да? Пап, что ты обижаешься? Хочешь, я завтра обед приготовлю или ужин? Так и обед, и ужин. Сам сказал. Винька свидетель. Да. Все, берите и ешьте. Я вас хотел узнать, а что по поводу рекомендации-то? В школу милиции? Да. Все нормально, будет готово. Только я тебе и отдам с одним условием. Что ты этого болтуса уговоришь вместе с собой в училище поступать. Папа, у тебя своя жизнь, у меня своя. Хорошо? Паша, не порть мне династию. У тебя дед капитан милиции был. Я капитан милиции. И я тоже буду капитаном. Только морским. Пап, я не собираюсь всю жизнь свою тратить на раскрытие дела по краже ларьков. Этим тоже должен кто-то заниматься. И потом это не предел. Мне друзья однокурсники вон академию закончили. Один в Угрозовске, в Москве, майор. Угу. А второй вообще в управлении по борьбе с организованной преступностью. С международным масштабом действует. Пап, да слышал я это все? Пойдем, Витек, нам еще доубираться надо. Сидеть? Сидеть, я сказал. Быстро все доели. Я тут зря кочевряжился, что ли? У меня вообще дел по горло. Магазин на станции опять грабанули. Что, опять спички украли? А, еще две бутылки пива и таблетки от комаров. Пап, ладно, шутим мы. Ладно, ешь давайте. Танька, прости меня, ради бога. Привет. Ну, наконец-то, привет. Извини. Я просто с сестрой заболталась. Представляешь, ее в театр приняли, в Лилабе. На Кремлевский балет. Да ты что, в Лилабе? На Кремлевский. Нет, что вы, они к нам даже не поступают. Слушай, Анька у тебя молодец, упорная, всегда своего добивается. И талантливая. Представляешь, Ивалевский сразу же партию Джульетты предложил. Угу. У вас в детский музыкальный театр на завтра что-нибудь есть? На завтра нет, но если вы мне скажете заранее, я вам подберу. Нет, спасибо. Ну ладно. Тебе бы тоже в театр устроиться. Гласин-то дай бог, а ты все билеты продаешь. Ты знаешь, я чувствую, что мне должно скоро тоже повезти. У нас с Анькой всегда все одновременно случается. Ну ладно, все, пока. Давно не заходил я в эти края. Как стремительно растут кадры у боевых товарищей. Как вас представить? Майор Сиверс, уголовный розыск. Для близких друзей просто Максим. А вас? Наташа. Товарищ подполковник, майор Сиверс. Вижу. Здравия желаю. Здравствуй, Макс. Как ты? Ничего, нормально. Прошу. Год назад. Лазурный берег. Парусная регата «Калипсо». 5 этапов с заходом порты. От России 2 яхты. «Посейдон», капитан Сергей Кулахметов. И «Такарабуне», капитан Вадим Антропшин. До финиша дошел только «Посейдон». Такарабуна была снята с дистанции в связи с гибелью капитана.
Обстоятельства гибели так и не были выясненными. Никто из команды не видел, когда и каким образом Антропшин исчез с палубы. Как не видели? Яхта не океанский лайнер. Был штиль, он стоял на вахте, команда отдыхала. А с других яхт? Парусная регата не массовый забег. Яхты находятся далеко друг от друга. А что показала экспертиза? Да ничего не показала. Тело найдено не было. Зачем мне вся эта фигня? Причем здесь Тарасевич? Ну и надо оно тебе мучиться, а? Нас задерживаешь. Все равно ведь все расскажешь, так не тяни. Мне из тебя куклу делать кайфа нет. Чего ты сказал? Я покажу. Давай. Я так и думал. Спасибо. Вернись на землю, Максим. Когда ты образумишься, жениться тебе пора. Это исключено. Боишься потерять свободу? Не хочу. Чтобы жениться, мне нужна женщина моей группы крови. А это практически невозможно. Я понял. Так при чем здесь Тарасевич? А он был другом хозяина яхты. Есть подозрение, что на ней контрабандой перевозили алмазы. Вы говорили, что вам нужен только товар. Пошли, не ссы. Отдашь, отпустим. Я все отдам, только не бейте. Где? Здесь. Картину снимите. Который? Этот. Честное слово, это все. Но вы же меня теперь не убьете. Мы могли бы работать вместе. Я вам прикажусь. Я готов вам дать 60. Ну, нет, 70%. 70? Да, 70. За что я же вам все отдал? У Тарасевича была фирма «Солинг». Чем занималась? Она поставляла оснастку для яхт, а на деле Тарасевич переправлял за кордон ворованные алмазы. По нашим сведениям, из Снежинска. Директор прииска, его близкий друг. Доказать это мы не могли. Мы вели Токарабуна на всем протяжении регаты и договорились с Интерполом об обыске яхты на одной из стоянок Марселя. Но сделать это не смогли. Гибель Антропшина перепутала все карты. Обыск яхты ничего не дал. Думаю, Тарасевич просто использовал парня в темную. А может, даже убил. Черт его знает. Гибель очень странная. Кстати, пальчики Тарасевича мы потихоньку сняли. Я думаю, они тебе пригодятся. А Антропшина? Не успели. Он делал визу в Великобританию. Я думаю, что можно запросить консульство. Они пальчики сканируют. Вот, пусть и сканируют. Ну, учти, это такая волынка. Быстро не жди. Угу. Салют, мальчики. Привет, девочка. Готовить яхту? Что-то не вижу толпу покупателей.
Парни, завтра с утра займетесь Посейдоном? Не обижу. Заметано? Давай. А что, Аня приехала? Да, пишет там. Что? Витёк! На днях прибыл посыльный из Снежинска. Мы даже начали слежку за Тарасевичем, надеясь на их встречу. Но сегодняшняя гибель перевернула все карты. Но почему ты решил, что его грохнули? Сестра труп не опознала? Подожди. А кого ж тогда взорвали? Ну, судя по тому, что ты мне рассказываешь, я полагаю, что какого-нибудь бомжа. Ты думаешь, что его похитили? Кто, зачем, кому это нужно? Ну, как вариант, самому Тарасевичу, чтобы инсценировать свою смерть, либо для того, чтобы напугать этого алмазного гонца, либо кто-то третий решил напугать их обоих. В общем, Саш, надо поглубже покопаться в этом дерьме. Больше ничего не подкинешь? Подкину. Я не знаю, был ли в курсе махинации Тарасевича погибший Антропшин, но на регате его сопровождала некая Анна Шевцова, подружка. Эту девушку я сегодня видел. Сегодня я пришла в последний раз, чтобы проститься. Здесь все напоминает о тебе и о нас с тобой. Но твоя мама права. Яхта не должна гнить у причала. Наверное, ты тоже хотел бы, чтобы эта карабуна опять вышла в море. Думаешь, серьезно? Все это? Где моя зажигалка? Куришь зря. Дыхалку собьешь. А нахрена мне? В кардебалете дыхалка. Нет. Неужели ты оставишь это просто так? Я на вторых ролях. Быть не привыкла. И Роме это с рук не сойдет. Водить балерину за 2 недели до гастролей на главную партию. Да это просто авантюра. Он забыл, как ты репетировал здесь до одури. Как похудел на 5 кило, да весь театр на тебе держится. Деньги дают под Валевского, а не под меня, к сожалению. Надеюсь, я доступно объяснила. А ты поговори с ним еще раз. Только спокойно, без истерики. Алло, Рома? А ты не забыл, что мы с Ликой тебя уже ждем? Хорошо. Едет. Привет, Сереж. Привет. Ну что, покупать или нет? А то я собираюсь матери Вадима звонить в Новосибирск. Понимаешь, из наших никто не купит то карабуны. Ну, можешь считать это суеверием. Я понимаю. Ты подожди 40 минут, я сейчас закончу тут и подброшу тебя в город. Да не, Сереж, спасибо большое. Не на электричке, быстрее. Пока. Угу, пока. Да, да.
конечно, приедем. Разве мы можем пропустить такое событие? Кстати, можешь нас поздравить. Мы сегодня нашли замечательную девочку. Ну все, все. Иди готовься. Удачи. Надеюсь, ты не собираешься отдать ей мою Джульетту? Слушай, замечательная идея. Спасибо. У тебя все равно ничего не получится. Джульетту буду танцевать я. Роман, театр Лилаби не мыслим без Лики в главной партии. Театр Лилаби не мыслим без меня. Я мировой бренд, и вы прекрасно это знаете. А эту девочку мир полюбит беспрекословно с тех самых пор, как она станет выступать со мной в одном дуэте. Понятно? Джульетту буду играть я. Она просто не успеет, и на носу гастроли. Успеет. Я буду с ней заниматься. У тебя, наверное, плохая память? У меня хорошая память. Но это не значит, что ты должна быть вечной примой. Тогда ты должен помнить, что ты мне обязан. Помнишь, что обязан? Я помню, помню. Я даже помню, кому я обязан. Тем, что я тебе обязан. Пойду цветы куплю. Вот эти. Аня. Я Лена. Простите, ради бога, я обознался. Просто увидел пиджак и… А, это Анькин. Мы с ней все время одни и те же вещи двоих носим. Увидеться два раза в день – это, наверное, судьба. Я думаю, что ваша сестра принесет мне огромную удачу. Обязательно. Она очень талантливая. Передавайте ей привет и напомните, что я жду ее завтра ровно в 9. Хорошо, передам. Еще. Извините. Постой! Эй, постой! Роман, вы уронили! Черт! Расслабься и получай удовольствие. Я думаю, мы успеем. Но только к банкету. Проклятый пиджак, я весь вспотел. А что ж ты вырядился так в такую жару? Директору театра неприлично появляться в джинсах. А одежки встречают. Из Матрёшины еду. Слушай, помнишь, тебе Валевский визитку давал? Ты можешь мне продиктовать телефон, ну и адрес на крайний случай? Зачем тебе? Ну, ты понимаешь, мы с ним встретились сейчас случайно, возле билетов моих в переходе. Поболтали, потом он побежал куда-то и кошелек уронил. А тут куча денег, вернуть надо. Хорошо, сейчас. Записывай. 8-35-84. Ага. 65. Спасибо, дорогая. Угу, пока.
Тем более мне сегодня надо уйти пораньше. Жена просила ребенка помочь помыть, она одна пока боится. Да? И во сколько же она тебя ждет? В 10 она меня ждет, в 10! Это тебе нужно ехать прямо сейчас и на метро. Скотина. Ну вы как хотите, а я пошла. Это что? Пирожок. Спасибо. Вообще-то... Что? Ничего. Ну и все. Ты домой когда? Еще поработаю. Угу. Ну, тогда я пошел. Да, ты мне на завтра вызови эту девушку. Как ее? Шевцову. Угу. Надо уточнить кое-что. Ты телефонный адрес записал? Записал. Дать? Вызови на 10:30. Все, свободен. Эй, есть кто дома? Алло. Ань, это какой-то кошмар. Я у Валевского дверь захлопнулась, представляешь? Ключей нет, его нет. Нет, ты что, в квартире, что ли? А где Валевский? Да не знаю я. Где он? Я ему звоню, у него телефон недоступен. Я ему сама дозвонюсь, только ничего там не трогай, а то опять что-нибудь натворишь. Ладно, ладно, не бухти. Не буду я ничего трогать. Книжку вон почитаю и все. Угу, давай.
Абонент временно доступен. Пожалуйста, позвоните по... Эх. Это Чанька не заперлась. Ты что, прикалываешься? Она за чужой, как за своей следит. Пошли посмотрим. Ну что там, Паша? Спокойно, Вить.